Дамы и господа, глава Российского императорского дома, ее императорское высочество, государыня, великая княгиня Мария Владимировна. Ваше императорское высочество, господа, для открытия церемонии на сцену приглашается президент Российского союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Ваше императорское высочество, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы начинаем 11-ю торжественную церемонию вручения литературной премии «Наследие». Премия была учреждена к 400-летию Дома Романовых и впервые вручалась в 2013 году. Вручение премии проходит под высочайшим покровительством главы Российского императорского дома, ее императорского высочества, великой княгини Марии Владимировны, которая каждый год находит возможность посетить торжественную церемонию и лично наградить лауреатов. Я хочу выразить признательность великой княгине Марии Владимировне от имени всех номинантов литературной премии «Наследие» за высочайшее покровительство и участие в делах русской литературы. Этот год для ее императорского высочества юбилейный. Мы отмечаем 30-летие ее служения Отечеству, а 23 декабря великая княгиня Мария Владимировна будет отмечать уже свой личный юбилей. В преддверии этого знаменательного события от всей души поздравляю вас, ваше высочество, с вашим безупречно мудрым и искренним служением России, своей добротой, поистине материнской любовью абсолютно ко всем гражданам нашей страны, вы являете пример истинного патриотизма и вдохновляете нас на такое же добросовестное служение своей Родине. Как вы знаете, сейчас в мире вокруг нас происходят очень сложные политические процессы, сопровождающиеся отменой русской культуры и всего русского. И вы, ваше высочество, имея родственные связи со многими европейскими монархиями, показываете пример настоящей защиты интересов России не только в нашей стране, но и за рубежом. Вчера я имел честь присутствовать на вашей встрече с послами европейских стран, и ваша мудрая жизненная позиция стимулирует Европу уважать нас, при том, что вы ни на шаг не отступаете от российских интересов. В нашей истории за 4 века царствования Романовых было очень много разных событий. Случались и войны, и крупные потрясения, и все они были успешно преодолены. Российский императорский дом служит связующей нитью между Российской империей и современными государствами, при этом последовательно отстаивая традиционные для нашего общества ценности. Это особенно актуально сейчас, когда Россия идет своим путем, не разделяя новые и еще не проверенные временем ценности Европы. И в этом зале собрались единомышленники,
которые готовы вместе с вами и под вашим покровительством защищать наши русские традиции. Абсолютное большинство произведений, представленных на конкурс премии «Наследие», пропитаны любовью к своей стране, к русскому народу, настоящей теплотой и искренностью. Это и есть та самая русская духовность, которую мы наследуем у великих классиков русской литературы. Именно поэтому наша премия называется «Наследие». В этом году в конкурсе приняли участие особенно много авторов. Были изданы 21 том конкурсных альманахов с произведениями номинантов. В ответ на трудности в стране и недружественную международную политику западных стран, мы с вами переживаем настоящий ренессанс русской культуры. И среди участников очень много сильных и талантливых авторов. Финалистами премии «Наследие» за 2023 год стали 110 человек, 80 поэтов и 30 прозаиков. При том, что литературный уровень каждого из них весьма высок. Это небывалый результат за все 11 лет существования нашей премии. Сегодня в этом зале собрались финалисты премии «Наследие», а также авторы, награждаемые звездой «Наследие». Это награда для участников премии, учрежденная Российским Союзом писателей, с высочайшего соизволения главы Российского императорского дома. По своему статусу, в соответствии с законом Российской Федерации об общественных объединениях, это общественная награда, вручаемая за вклад в развитие русской культуры и сохранение традиционных ценностей российской цивилизации. И для меня будет большая честь вручить звезду «Наследие» на этой сцене каждому достойному автору в высочайшем присутствии великой княгини Марии Владимировны. Я поздравляю всех авторов, принимающих участие в нашей торжественной церемонии, а также всех финалистов и номинантов премии «Наследие», которых не вместил этот зал. Они будут смотреть телеверсию мероприятия. Их несколько тысяч. Мы смогли пригласить сегодня далеко не всех, потому что в этом зале всего 500 мест. Но хочу сказать, что все вы достойные продолжатели традиций великих русских классиков, творцы и создатели современной отечественной культуры. Я желаю вам успеха в этой очень важной миссии. И пусть сегодня лауреатами станет только 5 авторов. В этом есть некоторый элемент удачи. Но для нас каждый писатель, искренне служащий своей стране, имеет огромную ценность. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы продвигать ваше творчество, создавать условия для процветания русской литературы. В этом и состоит наша миссия при поддержке Российского императорского дома. Ваше императорское высочество, прошу вас сказать несколько слов в адрес участников церемонии. Ну, еще один раз, слава Богу, смогла приехать при всей сложности добираться отсюда, но не могла не приехать. Это огромная радость, когда мы каждый год встречаемся. Я должна сказать, что мне радует то, что я теперь услышала, какой невероятный высокий уровень уже этот конкурс имеет. Благодарю всех, которые здесь приходят и нас поддерживают. Я думаю, что это очень важно. И именно, я думаю, в этих тяжелых временах, как и было, наверное, уже часто так, что при сложности как-то добираем какие-то новые энергии. Я рада видеть, что уровень не упал, а наоборот поднимается. Наша литература, как она была всегда, остается великой. И желаю всем самых лучших музыку, которую
вам пришли бы, и чтобы каждый год мы могли бы встречаться и вместе праздновать. Всех вам благ, храни вас Господь, и работайте дальше. Спасибо. Ваше императорское высочество, благодарю вас. Для приветствия приглашается директор канцелярии Российского императорского дома, кандидат исторических наук, доцент, член высокого жюри премии «Наследие» Александр Николаевич Закатов. Ваше императорское высочество, дорогие друзья, прежде всего я хотел бы исполнить поручение августейшего сына и наследника государыни, великого князя Георгия Михайловича, и передать от него и его супруге, светлейшей княгине Виктории Романовне, тоже вам поздравления, приветствия, пожелания творческих успехов. Я мог бы сказать еще, что и вот их сына, князя Александра Георгиевича, тоже передаю привет, но тут я немножко бы слукавил, потому что ему только что исполнился один годик, он еще не знает о наших взрослых делах, но когда-нибудь будет смотреть книги, издания, журналы, материалы, которые содержатся в интернете, и увидит ту историю, которая существовала, которая творилась с нами, его родителями, бабушкой и вами, как соотечественниками, которые участвуют в великом деле сохранения традиций русской культуры. Это наше будущее. И именно ради следующих поколений совершается то, что мы делаем. А то, что это важно и нужно, конечно, видно невооруженным глазом, потому что, конечно, в связи с различными юбилеями появляются многие начинания, но потом они через несколько лет начинают сходить на нет, исчезают и остаются тоже только в памяти. А конкурс «Наследие» чрезвычайно живой и очень полезный и нужный. И с каждым годом он не только не утрачивает своей силы и своей значимости, но все больше и больше ее приобретает. Сегодня очень приятно быть здесь. Мы сохраняем традицию, но иногда совершенствуем и изменяем формы. И вот здесь, в Свято-Тихоновском университете, проходит эта церемония, что тоже свидетельствует о глубокой связи с духовными истоками нашей Родины, нашей цивилизации. А творится все это вами, деятелями культуры, писателями, поэтами, прозаиками, драматургами. На днях выступал святейший патриарх Кирилл, и тоже он говорил о том, что неверно пытаться установить какую-то обязательную для всех идеологию, невозможно установить полное единство и согласие в политических, в общественных взглядах, но единой для всех основой является наша культура, потому что нормальный человек не может не дорожить наследием русской культуры и не развивать его. Если находятся такие люди, то они действительно враги своего отечества и враги, в общем, сами себе. Основой всего нашего народного бытия остается великая русская культура. И конкурс «Наследие» служит тому, чтобы не угасли ее традиции, чтобы они продолжались, развивались. Для нас большая радость, что сегодня мы видим и тех, кто ежегодно принимает участие в конкурсе, и новые лица появляются. Дай Бог, чтобы всем было что сказать своим соотечественникам. Прекрасные, проникновенные, иногда пронзительные произведения, которые мы успели прочитать, наполняют душу тоже радостью и гордостью за нашу великую страну, за ее народ, за каждого из вас. Всех поздравляю. В этом конкурсе есть победители, но нет проигравших. Все приобщаются к наследию, и все благодаря этому с новыми силами идут дальше. Благодарю вас, храни вас Господь. Благодарю вас, Александр Николаевич. Для приветствия приглашается начальник управления по межрегиональным и международным связям канцелярии Ее Императорского Высочества, главный координатор высочайших визитов, кандидат медицинских наук, доцент, член высокого жюри премии «Наследие», князь Вадим Олегович Лопухин. Спасибо.
Дорогие единомышленники и соработники, я, наверное, могу так обратиться к вам, потому что мы все творим общее дело и помогаем нашей стране в довольно-таки сложных обстоятельствах сохранить свои традиции, свою культуру и правильные нравственные оценки происходящих вокруг событий. Я постараюсь высказать свое мнение относительно состава авторов и литературных произведений, которые мне удалось прочесть. Конечно, я не могу сказать, что я 21 том осилил, сами понимаете, да, сложновато. Но относительно вот номинантов, конечно, я тут потрудился довольно-таки немало. И меня очень порадовало, что вот если говорить об общем представлении, то вот нынешний, по крайней мере, состав произведений номинантов свидетельствует о том, что вы являетесь в определенной степени провозвестниками мира. Потому что если в прошлом году в основном в произведениях преобладала такая напряженность и некоторая даже неопределенность, но при этом существовал такой очень важный, постоянный, сильный посыл патриотический, то вот в сегодняшнем, можно сказать, обзоре очень важно заметить то, что появились ростки, вот как вот весной бывает, знаете, первая трава, первый цветок, так и в ваших произведениях появилось такое предвестие мира, покоя и справедливости. Вот это очень важно. И вот как раз, когда читаешь, особенно когда подряд читаешь авторов, да, то видишь, как этот процесс действительно ни у одного, а у большинства из них. И тем более мы всегда с радостью отмечаем, что паритет между дамскими и мужскими произведениями, он существует всегда, но там колеблется немножко, но то, что представители прекрасной части нашего общества не отстают от мужского. Если раньше там были 20-30%, то теперь 50-55% все время колеблется. Это очень радует, потому что именно сейчас, когда вот это ощущение предчувствия мира, покоя, справедливости, оно, в общем, несут обычно дамские сердца и дамские души. И особенно это видно в поэзии, где появляться начала преобладать любовная лирика. Если, вот, допустим, в прошлом году явно преобладала гражданская лирика и лирика, ну, пейзажная в определенной степени, то сейчас вот появилась вот лирика и любовная, лирика и, в общем, такая сопереживательная, поэтому это очень хорошо и дает нам представление о том, что целый, в общем, корпус авторов в стране пребывает в таком душевном подъеме, и эстетическом, и, я думаю, что нравственно-этическом. Что касается очень интересного дополнения, которое я ощутил, это появление иносказательности и преобладание иносказательности. Вот это мне всегда казалось, ну, опять же, я не профессиональный критик, но мне всегда казалось это неким повышением уровня восприятия, когда человек помимо личных чувств, эмоций может иносказательно и сопереживательно это изложить в контексте общего мировоззрения или противоположного мировоззрения. Вот это иносказание очень украшает, как любые дополнения, метафоры. Они всегда ведь украшают текст, и вот здесь вот эта иносказательность очень радует. И, наверное, последнее, чтобы не задерживать своим критическим анализом, это то, что мемуарная часть, она не уходит. Вот это тоже очень важно, потому что ведь мемуарная часть в себе несет очень важный посыл передачи другим поколениям своего впечатления, своих ощущений или даже пересказ ощущений своих родителей или близких. И вот эта мемуарная часть, она четко, стабильно занимает, ну, около четверти, наверное, общего всего текстов. И поэтому это тоже является определенным, даже не столько украшением, сколько правильным вектором вот этого всего нашего литературного посыла наследия. Потому что наследие без мемуарной части, оно несколько обедненно смотрится. И вот это тоже, вот, надо сказать, наверное, нужно сохранять и, может быть, даже в определенной степени развивать. Поэтому огромное вам спасибо за ваши труды, за ваше
можно сказать, подвижничество на этой ниве. Вот государыня всегда отмечает очень важный аспект, что вот этот конкурс важен не столько даже того, что мы должны найти в нашей среде новых графов Толстых или Пушкиных, или Лермонтовых, или других достойнейших наших исполнителей, а задача дать высказаться всем людям, кого тянет к перу, да, и которые могут более или менее, так можно сказать, органично изложить свои чувства и мысли. И тогда происходит вот это взаимное общение, которое позволяет нам все вместе создать общее ощущение правильного осознания нашего положения в мире и единства нашего общества. Так что огромное спасибо, низкий поклон. И, конечно, еще бы хотелось отметить, что организаторы этого конкурса уже более 10 лет каждый раз все лучше и лучше, мне кажется, создают условия и для авторов, и позволяют им в большем объеме высказать свои чувства и мысли, и поэтому пожелать тоже организаторам дальнейшего развития, не останавливаться на достигнутом и понимании своего важного служения не только культуре, но и стране в целом, о чем Дмитрий Владимирович сегодня уже сказал, идти дальше вперед. Так что всем доброго пути, удачи, успехов, а лауреатов, конечно, мы еще поздравим. Спасибо. Спасибо большое, Вадим Олегович. Критический анализ – это то, что самое дорогое для авторов, я думаю. Спасибо вам. Мы продолжаем торжественную церемонию. На сцену приглашается президент Российского союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Дорогие друзья, Российским союзом писателей была учреждена медаль «Святая Русь», которая вручается литераторам и общественным деятелям за вклад в патриотическое служение России. Ваше императорское высочество, в преддверии вашего юбилея и ознаменования 30-летия вашего верного служения Отечеству хочу преподнести эту награду вам. Она сделана из чистого серебра с золотым покрытием. На аверсе изображен памятник гражданину Минину и князю Пожарскому, защитникам России. Хочу верить, что среди ваших реликвий она найдет достойное место в качестве знака нашей признательности за высочайшее покровительство современной русской литературе и за все дело вашей жизни, служение России от имени всех ваших благодарных подданных. Ваше Высочество, прошу принять в дар эту награду. Огромное спасибо, я не знаю, если действительно я это достойно, но от всего сердца, там, где я считаю, что я могу дать какой-то толчок вперед или поднять дух нашей стране, я всегда рада помогать. Спасибо. Thank you.
Все ближе и ближе к кульминационному моменту церемонии, объявлению лауреатов премии. Но до этого Оргкомитет литературной премии «Наследие» представит вашему вниманию книги лауреатов предыдущих конкурсных сезонов, вышедших за последний год. На сцену приглашается президент Российского союза писателей Дмитрий Владимирович Кравчук. Дорогие друзья, в течение последнего года вышли книги всех 5 лауреатов премии «Наследие» за 2022 год, а также еще 3 книги лауреатов за предыдущие годы, которые прислали рукописи позже и не были представлены на прошлой церемонии. Итак, сегодня впервые состоится в этом зале презентация этих книг. 2020 год. Номинация «Проза». Валентин Тарабрин. «Звезда рыбака». В новый сборник произведений писателя, журналиста и историка Валентина Тарабрина «Звезда рыбака» вошли избранные очерки, рассказы и стихи разных лет. В центре внимания автора – история нашей страны, судьбы разных поколений, отношения между людьми и жизненные ценности, одинаково важные во все времена. Книга лауреата премии «Наследие» за 2021 год в номинации «Проза». Юрий Егоров. «Добрые пожелания». В коротких, но емких новеллах Юрий Егоров рассказывает о том, как добрые поступки обычных людей способны преобразить окружающую их действительность. О том, что каждый человек немного волшебник и может изменить и свою жизнь, и жизнь других людей к лучшему. И, конечно, эта книга о силе дружбы и любви. Простые, но реалистичные и неповторимые истории, вошедшие в сборник «Добрые пожелания», будут интересны широкому кругу читателей. Номинация «Стихи. Премия «Наследие» за 2021 год». Юрий Белюк. «Дела горние». «Дела горние» – это дебютный поэтический сборник Юрия Белюка. В сборник вошла философская и автобиографическая лирика разных лет. Особое место в творчестве отведено Санкт-Петербургу, родному и любимому городу поэта. Ну, это видно по обложке. Итак, мы переходим к презентации книг прошлого сезона. 2022 год. Премия «Наследие» в номинации «Проза». Александр Разумов. «Последняя улыбка». «Последняя улыбка» — это первая книга Александра Разумова, в которую вошли рассказы о пути человека к вере, мемуарные военные очерки и философская лирика. Сборник посвящен любимому духовнику многих жителей Рыбинска, протоиерею Дмитрию Садовскому. Автор приглашает читателя к откровенному разговору о переломных минутах в жизни, выборе пути и принятии решений. Да. Он уже ушел из жизни, протоиерей Дмитрий Садовский. Эта книга посвящена как раз его памяти. В
2022 год, номинация «Проза». Нина Ган Петрова, «Лоскутное одеяло». В книге «Лоскутное одеяло» Нина Ган Петрова представила произведения разных жанров, от мемуаров до фантастики. В них автор касается вечных вопросов о смысле жизни, отношения между людьми, любви и смерти. Проведенные сборники рассказа о судьбах и ситуациях можно рассматривать как лоскутки, из которых собирается вся наша жизнь. И, наконец, переходим к номинации «Стихи» за 2022 год. Николай Синяк, «Тревожная лирика». В новый сборник Николая Синяка «Тревожная лирика» вошли как избранные произведения прошлых лет, так и произведения, написанные в последние годы. Автор делится философскими наблюдениями и приглашает читателей вместе подумать о неспокойном времени и событиях с нами и вокруг нас. 2022 год, номинация «Стихи». Сергей Русаков, «Деревня наша затерялась». В сборнике стихотворения «Деревня наша затерялась» Сергей Русаков приглашает читателей к разговору о судьбе России и жизни простых людей, о настоящих и искренних чувствах, любви к близким, родной земле, домашним питомцам. И третий лауреат в номинации «Стихи» за 2022 год – Светлана Алексеева с книгой «Светлая полоса». Светлана Алексеева известна в сети под творческими псевдонимами «Света», «Бра» и «Братислава». Тематика лирических работ, вошедших в поэтический сборник «Светлая полоса», разнообразно. Автор делится сокровенными любовными переживаниями, рассказывает о красоте родного города, приглашает читателей подумать о благородной профессии медика, призывает видеть во всем доброе и светлое. Дорогие друзья, я поздравляю всех авторов, книги которых вышли в издательстве Российского союза писателей. Они представлены на книжной ярмарке в фойе и будут направлены в книжные и интернет-магазины. И по традиции, как первому читателю, я хочу преподнести эти книги Ее Императорского Высочества, Великой княгине Марии Владимировне. Мы вновь приглашаем на сцену Московский хоровой ансамбль духовной музыки «Благовест».
Ну что же, в течение всего конкурсного сезона экспертное жюри премии оценило более 1000 номинантов, которые были напечатаны в 21 томе. В результате в финал вышло 110 авторов, 80 поэтов и 30 прозаиков. В истории литературной премии «Наследие» это рекорд. Прежде чем будут объявлены долгожданные имена лауреатов, попросим поделиться своими впечатлениями о конкурсном сезоне одного из членов жюри. На сцену приглашается начальник управления канцелярии Ее Императорского Высочества по взаимодействию и сотрудничеству с Русской Православной Церковью, первый вице-предводитель Российского Дворянского Собрания, член Высшего Совета жюри премии «Наследие» Александр Юрьевич Королев-Перелешин. Ваше императорское высочество, глубокоуважаемый Дмитрий Владимирович, глубокоуважаемые господа, дорогие друзья, 10 с лишним лет проходит премия. Было объявлено и сказано и о 21 томе, и о том, что 1100 человек в этом году участвовали в этой премии. И это действительно впечатляюще. Мне удалось, конечно, опять же, не 21 том прочесть, и я не собираюсь разбирать результаты работ и даже и финалистов, хотя все финальные работы я прочел, это уже сделал князь Вадим Олегович Лопухин, но я скажу, что это на самом деле хорошо. Вот тот уровень, на который вышли в этом году, он на самом деле очень достойный. Практически все финальные произведения замечательные. И я с огромным удовольствием поздравляю и организаторов этого конкурса, и высочайшую покровительницу, и, конечно, вас всех, очень достойных, действительно прекрасных финалистов. Премия «Наследие» уже вошла в историю российской и русской литературы, уже в ряде регионов, именно ссылаясь на нее, учреждают свои премии, ну, еще раз повторяю, ссылаясь на успех премии «Наследие». И с этим можно всех нас поздравить. Ну, я хотел бы сказать немножко и о другом. Помните, в советское время была такая шутка. Писатель пописывает, читатель почитывает. И мы действительно видим, что писатель пописывает, и пописывает очень неплохо. А вот насчет читателей, к сожалению, все не столь радостно. Я знаю и по не только даже знакомым, но и по собственным родственникам, сколь мало, увы, дети, внуки, правнуки читают литературу. Да и что говорить даже, так сказать, о детях, уже выросшие из этих детей родители обращаются в школы и даже в Государственную Думу с предложением отменить из в курсе литературы школьным русскую классику первой половины XIX века. А мы помним с вами, да, кто входит в эти авторы. И неудивительно, что несмотря на объявленные, провозглашенные, принятые на самом высоком уровне указы о сохранении духовно-нравственных и культурных основ традиционных российских, далеко не все, особенно среди подрастающего поколения, понимают вообще, о чем идет речь. И я бы хотел бы обратиться к нам ко всем, и, конечно, к вам, прекрасные финалисты. Давайте вспомним традицию, существовавшую и в дворянских семьях
дореволюционных, да и просто в семьях интеллигенции. Хотя бы один час в сутки читать. Мог бы даже не нашим детям, внукам, правнукам, племянникам. Читать русские сказки, читать русскую классику. В конце концов, ваши произведения, они этого достойны. Ну, регулярно. Ну, не удается час в день, ну, хоть полчаса. И тогда, я уверен, и подрастающее поколение, да и сами родители будут прекрасно понимать и вместе со всеми выступать и поддерживать сохранение российских традиционных духовно-культурных и нравственных ценностей. И действительно, мы вместе порадуемся замечательному вкладу конкурса «Наследие», и все будут нам с вами благодарны, все общество, и вам, чудесным финалистам, действительно чудесным финалистам, и организаторам конкурса «Наследие», и высочайшим покровителям и победителям этого конкурса. И я хочу всех нас поздравить, на самом деле, с конкурсом замечательным. Давайте и сделаем и тот хак, о котором сказал я. Спасибо. Для объявления решения высокого жюри премии на сцену приглашается член высшего совета жюри премии «Наследие» князь Вадим Олегович Лопухин. Дорогие финалисты, наступает, наверное, самая интересная часть. Потому что я понимаю тех, кто сидят в зале, и если они не попадают тут в число врученных уже наград, то у них возникает искушение, либо их забыли, да, и либо они получили более достойную награду. И вот это внутреннее состояние, наверное, многие переживают весьма эмоционально. Поэтому постараемся быстрее разрядить ситуацию. Но начнем мы с того, что в этом году впервые было решено организаторами с высочайшего соизволения вручить премию в новой номинации «Деятели культуры» людям, которые наряду с тем, что они являются и авторами, и участниками конкурса, но помимо этого они еще внесли весомый вклад в развитие российской культуры на творческой ниве. Поэтому сегодня первый раз вручается такая награда Тамаре Ворониной, известному театральному деятелю из города Екатеринбурга, художественному руководителю театра «Слово», народной артистке России. А лауреаты в номинации «Проза» избраны два представителя – Ирина Октавина и Алексей Тверитинов. Ирина Октавина проживает в Израиле, она не смогла приехать, а Алексей должен быть в зале. Пожалуйста, Алексей, проходите. Пожалуйста, да. В номинации «Стихи» лауреатами стали Валерий Искра, Дмитрий Кондин и Ольга Флерковская. Валерий Искра проживает в Волгоградской области, тоже не смог приехать, а Дмитрий и Ольга здесь в зале. Пожалуйста, проходите. Ну что же, лауреаты на сцене и ваше императорское высочество, просим вас вручить награды лауреатам. Итак, лауреаты премии «Наследие», номинации «Деятели культуры» Тамара Воронина. Лауреат премии «Наследие» в номинации «Проза» Алексей Тверитинов.
Напоминаю, что также лауреат Ирина Октавина, но она сегодня не в зале, она проживает в Израиле, но мы ей обязательно передадим ее награду. Премия «Наследие», номинация «Стихи». Дмитрий Кондин. И Ольга Флерковская. И еще один лауреат, это Валерий Искра. Мы ему обязательно его награду передадим. Благодарим вас, ваше императорское высочество. А сейчас лауреатом краткое слово победителям. Тамара Вородина, номинация «Деятели культуры». Пожалуйста, можете несколько слов сказать. Очень дорогое собрание, ваше высочество. Я совершенно счастлива этим сюрпризом. Я приехала сюда, в этот прекрасный зал. Я совершенно счастлива, и я перебросилась памятью, когда мы с вами в оперном театре, и я читала «Последнего царя», и вы сидели в первом ряду, и было 6 хоров. Это был 93-й год, это была дорога к храму. Теперь это уже не дорога. Это шоссе, огромное, широкое, которое захватило не только Москву и наш Екатеринбург. Я слышала, как на эту дорогу вышли люди не только разных городов, разных республик. А вот тогда вы мне обняли, сказали, как хорошо, что мы приехали в Екатеринбург. Память добрая, вечная память Ее Высочеству Леониде Георгиевне. Я очень берегу и храню тот альбом, который вы мне тогда подарили, подписали. Тамара Воронина, лауреат премии «Наследие» в номинации «Деятели культуры». Так, Алексей Тверитинов. Лауреат премии «Наследие» в номинации «Проза». Алексей. Всех приветствую. Всем душевно желаю здоровья, творческих успехов и различных других достижений на благо нашей великой Родины. Ну, конечно же, это совершенно неожиданная для меня премия. Но все же есть еще одно более важное событие нашего времени для меня. И оно связано с понятием «Родины». Как известно, Родина бывает малая, большая, а есть еще историческая Родина. И я чувствую себя заново рожденным, потому что на свою историческую Родину вернулись потомки нашего славного царствующего дома Романовых, династии Романовых. А это значит, что и сама Родина возвращается на свой исторически предназначенный, на свой исторически предначертанный божественный путь. От всей души желаю Российскому Союзу писателей продолжения успехов в прекрасном проекте «Наследие» и во всех остальных его прекрасных и замечательных наследиях. Быть добру! Спасибо. Алексей Тверитинов, лауреат премии «Наследие» в номинации «Проза». Дмитрий Кондин. Ваше Высочество, уважаемые гости, организаторы, выражаю огромную признательность всем за то, что вы собрали нас, делаете большое, я бы сказал, великое дело в развитии и продвижении культуры, русского искусства. И очень рад познакомиться с новыми людьми. Это победа, это премия для меня огромный шаг, огромная оценка моего труда. Мне очень приятно, а вам всем желаю двигаться, развиваться, потому что под лежачий камень вода не течет. Поэтому вперед к новым достижениям,
к новым победам. Всем спасибо. Дмитрий Кондин, лауреат премии «Наследие» в номинации «Стихи». И Ольга Флерковская. Ваше императорское высочество, уважаемый оргкомитет, уважаемое жюри, я сердечно благодарю за такую высокую оценку, совершенно неожиданную для меня. Мы с вами находимся на территории храма, на нас смотрят святые. Мы слышали прекрасную хоровую музыку. Поэзия в высочайшем ее воплощении тоже молитва. Для меня это в первую очередь молитва о России. Слава России! Благодарю вас. Ольга Флерковская, лауреат премии «Наследие» в номинации «Стихи». Ну что же, поздравляем лауреатов премии. Сейчас с этой сцены прозвучат их стихи. На сцену приглашается актер театра и кино, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин. Встречайте. Хранили ее и мыкали, продавали, как нищий вошь. Заполошно погибель, кликая, в голенище ховали нож. Заревую, лесную, горную, чтоб железом ее кнутом. Покидая страну озерную, с ней прощаться не стал никто. Все куражились, скляли, фыркали, мол, одно тебе подыхай, и судьба тебе кукиш с дыркою, а не свадебный каравай. И мечи твою ржою точены, и воители тля и тлен, и лежат тебе у обочины в дурнотравии до колен. Поносили, считали звонкие забугорные барыши, а над нею шептали тонкие легкотелые камыши. Золотыми тугими слитками осыпалась в ладони рожь, а покров ей живыми нитками ткал негаданно щедрый дождь. Озирались чужая улица, все казалось им, как во сне, а она им вдруг заблудится. Свечку ставила на окне, а она заревыми пальцами раскрывала все шире даль и предавших звала скитальцами. Ей каждого было жаль, и, прощая, молилась истово, у иконы поклон клала, и все в небо тянуло чистые в искрах солнечных купола. За своих забубенных детушек, недосчитанных в срок цыплят, покрывалась на праздник ветошью, в лосиницу надев до пят. Становилась для всех юродивой, о блаженстве печаль тая. А звалась она просто родиной. И моя она, и твоя. Хранили ее и мыкали на позор тебя нищета. Она и в скорбях великая, несравненная красота. Заревая, лесная, горная, сердцем кинешься не объять. Только Богу раба покорная, нам до гроба святая мать. Небо на дне колодца — хлебная корка. Если смотреть в корень, дно не во всем видно. Разве бывает так, чтобы всегда горько? Разве бывает так, чтобы всегда обидно? Странное дело, но в сумерках все проще. Меньше всего хочешь знать, что же там дальше. Кто-то нам подсунул совсем не те мощи, запеленав их в суконную ткань фальши. Час расставания уже... встреча. Если смотреть в корень, это и сам знаешь. Странное дело, но в сумерках легче, даже когда кажется, что исчезаешь. Серый ноябрь в лужах ловит за хвост осень. Что может быть хуже этого? Кто знает? Крики больших птиц срываются вниз оземь. Вот бы вслед за ними! Но так не бывает. Это обычное дело. Мы не птицы. Вроде бы все просто и тут же сложно. Но с тобой плохого ничего не случится. Это в осенних сумерках невозможно.
Потухшая звезда мерцает прошлым светом. Софиты не горят, укутались в пыли. Тот, кто не забыл, как сделался поэтом, макали мордой в грязь чернеющей земли. Носили на руках и сбрасывали в пекло. Клеймили на столбах за слишком легкий слог. Кому приподнимали забрызганное веко и, плюнув возле ног, шептали «Повезло!». И вновь за ширмой дверь, но ключ волшебный нужен. Там Моцарты сидят, играя в хрустале. А мне бы старый дом, обитый плюшем, чтоб только тишина и ручка на столе. Стихи лауреатов премии «Наследие» Ольги Ферковской, Валерия Искры и Дмитрия Кондина прочитал актер театра и кино, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Юрьевич Ильин. Ну что же, дорогие друзья, благодарим вас за то, что приняли участие в торжественной церемонии. Лауреатов еще раз поздравляем сердечно с победой. Всем мира и добра!